В последнее время на сообщения типа «Мама, телефон украли, срочно положи 300 рублей на такой-то номер» народ уже реагирует слабо, а потому мошенники изобретают все новые способы жульничества. Недавно похожие послания стали приходить не от имени незадачливых дочурок и сыновей, а якобы от службы клиентской поддержки держателей банковских карт. Поступают людям сообщения о том, что заблокирована их карта пластиковая, того или иного банка, после чего люди, не обращаясь в банк к специалистам, почему-то начинают звонить на те номера, с которых приходят смс-сообщения, и начинают совершать операции, которые им диктует якобы специалист банка, после чего у людей пропадают с лицевого счета данной карты деньги. Ну и тогда как бы люди приходят к нам с данными заявлениями. Ну, в данное время у нас зарегистрировано 6 случаев. На удочку мошенников попался ленинск-кузнечанин, который после разговора со лжеоператором банка недосчитался на своей карте 75 тысяч рублей. Осознав позже, что стал жертвой мошенников, потерпевший обратился в полицию. Нужно не звонить по данному телефону, по которому вам поступило сообщение, так как получается блокировка карты осуществляется именно держателем данной банковской карты, либо после 3 неверных введений пин-кода. У нас есть даже такие случаи, что жители города, которые даже не имеют пластиковых карт, они просто им приходит смс-сообщение. Между тем, полицейские рекомендуют гражданам после получения подобных сообщений позвонить в главный офис банка по круглосуточным телефонам, указанным в договоре и на самой карте. Официальная рассылка от Сбербанка приходит только с номера 900. Банк никогда не запрашивает ваши персональные сведения, паспортные данные, номер карты, пин-код. Банк никогда не требует, чтобы клиенты отвечали на смс-уведомления ни по телефону, ни по почте. Если вам поступило подозрительное СМС с просьбой отправить какую-либо информацию о вашем банковском счете или карте, никогда не отвечайте и обратитесь в органы полиции, в любое отделение Сбербанка или по телефону, указанному на пластиковой карте. И, конечно, ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому пин-код, а набирая код на банкомате, прикрывайте его рукой, чтобы мошенники не смогли прочитать его дистанционно. Если говорить о персональных данных клиентов банка, то здесь возможность утечки информации практически сведена к нулю, а смс-сообщения на номера сотовых телефонов граждан мошенники отправляют путем хаотичного набора цифр. По имеющейся у оперативников информации, рассылка осуществляется из Самарской области. Сейчас полицейские расследуют все факты мошенничества и еще раз просят граждан игнорировать мошеннические смс-сообщения.